Так, всем добрейшего утра. Сегодня у нас будут записывать, в общем, без всяких микрофонов. Прям вот, ну, как получается. Сегодня мы ставим ворота, которые я сварил. Немножко заснежило. Сейчас жду фуру, которая приедет. Погрузчик, ручка. Поднимем, положим их в кузов и поедем ставить на место. Ну, а вы наблюдайте, по ходу буду какие-то там моменты рассказывать. Ну, я себе уже в голове все полностью определил, как это будет происходить. Все прям по планово. Поэтому думаю, что это будет не сильно сложно, не сильно долго. Все, приехали, сейчас начинаем, сейчас уже ручка подъедет, будет вообще шикарно, все. Проехал? Опять проехал. Вот тут надо рожать, вот тут прям. Сейчас это все нам, сейчас отогреется, вот это все оторвем. Я думаю, что это не так долго. Так, а вторая часть у нас будет. Опа! Ну хорошо. Вот там картончик тоже должен, наверное, хорошо пройти. Все, это уже не страшно, сварочку один раз ударю, у меня тут все оттает. Сейчас вы поднимаете, вешаем, я вставляю сюда с одной стороны вот эти две треки. И сюда подводим аккуратно. Вот та часть, которая не без обрешетки, она вот сюда заходит, вот за это туда. Снутри, снутри. Да, вот сюда, внутрь. Так. Сейчас, подожди, вот так делаю. Сейчас заведемся за металл. А, он хочет выше поднять? Просто выше поднять через. Так тоже можно. Стоп! 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 Сколько лет? Я вчера сына поставил 10-летнего на сноуборд. А, 10. На третьем подъеме он уже все, уже просто стоял уверенно. Просто у меня внук 5 лет, я тоже хотел куда-нибудь. Ну 5 лет, наверное, ну, опасно было, еще. Да, еще. Не, ну я к тому, что показать, там может быть и встать на ровном месте. Так, смотрите, мы вот так сюда забудем. Сейчас я подведу. Вот так. А там должны вставить в этот. Сейчас, вот так, вот так, вот так, ага. Все, опускаем аккуратно. Только не до конца, только чтобы эти коснулись. Стоп, пока стоп. Сейчас сделаем все грамотно. Ну, не крашеный только. Не битый, не крашеный. Так, я за чуркой. А, тут фигня. Все, отпускаем. Давай, счастливо. Все, пока всем. Ворота есть, правильно?
Это мы сейчас все делали для того, чтобы вытащить машину легковую, для того, чтобы вытащить вон ту машину, которая села. Но мы в любом случае планировали эти ворота снимать, поэтому все грамотно. Сейчас берем самую мощную тачку, которая есть у нас в садоводстве, и выдергиваем погрузчик. Ладно, что, пойдем посмотрим, интересно же. Мне кажется, можно эту тачку даже заглушить. Одно это и выдернуть, и все. А вы вообще верите в успех операции? Ну, хотим. Все, хорош! Просто он сам себя не мог сейчас вытянуть. Так вот тебя-то попросили, а у тебя... Ну, я тогда поеду от безысходности, что, просто у меня двигатель помирает. Давай так, много не надо. Сразу ехать? Или попробуем? Нет, смысла нету. Не будем баловаться? Ну, это от некуда делать. Короче, пробовать даже не стали, хотя хотелось. Сразу за мной отправили. Ну, что, попробуем, порвем немножко коробку. Мне, конечно, это никто даже и не, наверное, никак не заметит. А может, спасибо, а может, никак. Все, фигню всякую собираю, короче, погнали. Фух. Блин, сейчас все загружать опять в машину. Да не лайте вы, собаки. Ой, тихо, бенз, чтобы не потек. Все, краги тут мои. Победитель возвращается. Я почему-то был уверен, что меня это подтянут. Ты же все равно пойдешь туда снимать? Ну да, что снимать-то? Что-то комментировать? Все, что происходит, она уже снимает. Она уже снимает? Ты главное сильно, не ерзай ей. Ладно. Спасибо. Спасибо за съемку большое. Домкрат. Стоп, сейчас. Вот уже что-то более-менее. Так, все. Наверное, даже высоковато. Сейчас чуть-чуть. Ну, а вот. Оп, подожди, наверное, так нельзя делать. Я, может, не понимаю, а он как бы не столб. Куда? Все. Нет, а мы еще же не настраивали. Сейчас все будем настраивать. Непредвиденные ситуации всегда бывают, друзья, это нормально. Вот, вытащили машину, сейчас будем вариться. Вернули ворота, но зато за это время мы сняли арочки. А так бы, если бы погрузчик не застрял, то нам бы эти арочки снимать с Петром. А так сняли. Так, все, перерыв, чаек, 5 секунд и начинаем варить. Так, ребята, смотрите, мы вот эти болты расслабляем. Равняем площадку сейчас на то, чтобы верхняя часть была посередине. И навариваем нижнюю на место. А теперь для того, чтобы верхняя у нас штука ездила, мы вот такие вот направляшки вывариваем. То есть вот здесь будет ездить ворота, а вот это будет крепиться к швеллеру. Вот. Сейчас я пошел это делать, а вы смотрите. Это же вовнутрь. Так, теперь устанавливаем вот эту штукенцию, вот, внутрь, сюда сейчас, в профиль. И я предлагаю тут еще вот так, тын-дын-дын, немножко сварочкой. Ну, как скажет заказчик. Ну, теперь смотри, я все-таки тебя еще раз прошу,
А ты еще раз ответишь. Проверим. Надо сваркой бахнуть или нет? Но она же не вылетит. Не вылетит. Не вылетит, не вылетит. Если только сильно не разгонишь. Смотри, какой нежный шов. Смотрите нельзя. Нет, ты смотри. Ну, походу, все. Так, смотрим. Смотри, щечки улавливают. Она заезжает в приемку. Стоит. Так, теперь давай щеки варить. О, все, это выключаем. Это раз, где вторая? Да. Закончили мероприятие. Ну, вы все видели. Наварили дополнительно специальную штучку для замка. Ну, то есть, пока у ребят нет мотора, они будут закрывать это все через замочек. Александр, ну давай презентуй свое новое детище. Для всех садоводов, любителей, огородников. А я закрыл? Все, открываем. А, ну давайте, подожди. Да. У нас сейчас прям полная презентация. Полное погружение называется. Вот. Тут было раньше вот так, так что все аккуратненько, хоп, все. Open hair. Все, заезжаем, выезжаем. Да, друзья, момент, который сегодня заметил. Не делайте, пожалуйста, полозья сами. Покупайте их в магазине. Слышите, звука вообще ноль. У меня все дребезжит. Я, наверное, буду переделывать свои. Потому что то, что сделано своими руками, это классно, но все-таки это продумано инженерами. Вообще звука нет. У меня реально есть звук. Если мы сюда не будем труженика вешать, ну, вот этот ваш логотип, угу, то просто срежутся они потом перед покраской. В общем, доделывать будем теперь весной по теплу. Вот тот тоже, либо срежется, либо туда калитка врежется. Это уже сейчас вы решаете тут коллективно. Делаем калитку, не делаем. А так все, мне кажется, все грамотно, все ровно, все настроено. Подписывайтесь на наш канал, лайки обязательно. И мы спускаемся, друзья, с вами в подвал. Начинаем отделку подвала.